Всем, кто смотрит нас, всем добрый день. Мы те самые ребята, которые выдвинулись 7 ноября 2022 года и двинулись в неизвестном направлении. Москва vilayətindən səfərbər edilərək Ukraynaya göndərilən hərbiçilər Rusiya əhalisinə video müraciət ünvanlayıb. Əskərlər döyüş yoldaşlarının çoxunun öldüyünü, komandirlərinin bəzilərinin itkin düşdüyünü, meşəlik ərazi ilə təhlükəsiz yerə getmək istəyərkən Rus ordusu tərəfindən atəşə tutulduqlarını bildirib. Sahibsiz qaldıqlarını deyən əskərlər Rusiyaya dönmək niyyətindədir. Нас заранее ввели в заблуждение. Не было никакого вида подготовки, брони. Только снаряды, блядь, только БК, блядь. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача – выжить. Нас осталось не так много, нас потрепало. С нами повели очень плохо. Наш комбат от нас отказался. Нас заранее ввели в заблуждение о том, что не нужно брать с собой ничего, кроме БК. Мы вымокли, мы были разбиты, часть была уничтожена. Людям выдавали отдельно магазины, кому шомпол, кому калаш, кому затворную крышку. Броню даже не выдавали. Наш командир роты, пропавший без вести, замполит, пропавший без вести, командир и заместитель командира 4-го взвода, пропавший без вести. На данный момент самый старший является старшина 2-й роты. Мы живы. Помогите нам. Был обстрел. Обстрел велся нами, нашими же людьми, по нам велся обстрел. Нас привезли в Макеевку в 3 часа ночи. Когда начался обстрел, так называемые комбаты, которые нас приняли, самые первые убежали они. Как нам быть и что нам делать? Мы не знаем. Нам везде нас просто пинают, как футбольный мячик. Шли под обстрелом. Ночью также мерзли в лесах, потому что ночью было невозможно идти. Чтобы просто банально не погибнуть. Мы просто были кинуты. Кинуты теми, кому нам комбат передал. Все. И мы остались вот сейчас одни. Просто одни. На произвол судьбы нас кинули. Да, мы выдвигаемся обратно в Россию. Обратно в Россию выдвигаемся. И будем все это решать на более высоких уровнях. Чтобы все это было официально. И чтобы справедливость, как говорится, восторжествовала.